Всех приветствую, продолжаем рассматривать работы художников, скульпторов и знакомиться с их автобиографией. Анджело Нарди да Раззо был итальянским художником периода раннего барокко, работал в основном в Испании. Родился 19 февраля 1584 года в Ваглии, знатной флорентийской семье, которая была лишена своих активов и изгнана Медичи. Я цитирую переводную Википедию. Его художественное становление, вероятно, происходило в кругу художников, в которые входили крупные фигуры контрреформации, такие как Людовико Чиголли, Доминика Пассиньяна и Григорио Пагани. Примерно с 1600 по 1607 год жил в Венеции. После этого он обосновался в Мадриде. К 1615 году ему было поручено написать серию работ, посвященных встрече испанской и французской королевской семьи. Эти картины были уничтожены во время пожара в королевском Алькасаре Мадрида в 1734 году. Между 1619 и 1620 годами он выполнил серию работ для монастыря Лас-Бернадес. Они считаются первыми работами его художественной зрелости. В то же время записи показывают, что он работал менеджером мастерской, принадлежащей Маркусу де Агилера. После смерти Агилера в 1620 году он возглавил студию, а в 1623 женился на его 13-летней дочери. Считается, что это был брак по расчету, и он аннулировал его в 1625 году. Сын Маркоса, Лоренцо, подал иск против Нарди, но он был отклонен. Вскоре после этого он получил в значительной степени почетную, неоплачиваемую должность художника при короле. Смерть Бартоломео Гонсалеса в 1627 году открыла вакансию для придворного художника, которую Нарди наконец получил в 1631 году, несмотря на очень серьезную конкуренцию. Среди его конкурентов был Диего Веласкес, который был удостоен аналогичной должности. С годами у них сложились дружеские рабочие отношения. Обеспечив свое экономическое положение, художник посвятил некоторое время выполнению работ для религиозных общин. Позже он добился освобождения своих коллег-художников от алькабаллы, разновидности налога с продаж. Умер в Мадриде, был похоронен в церкви Мизерикордия, которая была разрушена во время гражданской войны в Испании. Его именем названа улица Валье. Вот так вкратце из Википедии о итальянском художнике периода раннего барокко, который работал в основном в Испании, Анджело Нарди да Раззо. Пока-пока, до свидания, смотрим работы.